Одно из самых известных произведений Джузеппе Верди – опера «Риголетто». Теперь и в Приднестровье. В минувшие выходные со сцены Дворца Республики звучали известные оперные либретто в исполнении артистов Национального театра оперы и балета Молдовы. «Риголетто» – психологическая драма, построенная на резких контрастах. Джузеппе Верди написал ее в середине XIX века на основе пьесы Виктора Гюго «Король забавляется». Сначала эта опера вызвала бурное негодование у европейской публики. Сегодня она имеет успех по всему миру. Эта опера достаточно популярная, поэтому в любом варианте это большая ответственность перед зрителем, потому что много мелодий шлягерных, да, достаточно. Вот ария «Кортеджиани», «Риголетто», «Дуэт», «Герцога», «Джильда» – это очень популярные арии, поэтому ответственность большая. Мне нравится. Нравится музыка, нравится исполнение. Я сижу и получаю удовольствие. Наслаждение получаю от слияния мастерства певцов и музыкантов.